второго класса школы номер 36. И я буду рассказывать стихотворение «Мальчик из села Поповки» Самуил Маршак. Среди сугробов и ворон в селе разрушена дотла. Стоит зажмурившись ребенок, последний гражданин села. Испуганный котенок белый, обломок печки и трубы. И это все, что у тебя в прежней жизни не избыли. Стоит белоголовый Петя и плачет, как старик без слез. На свете прожил не 3 года, а что узнал и перенес, при нем избу его свою. Угнали маму со двора и наспех вырыли в могиле. Лежит убитая сестра. Не опускай, боец, винтовки, пока не отомстишь врагу. Закрой.